Всем привет, вы на канале Любовь Михаил и Фаддеев. И я вам представляю Hot Wheels 1963 год, ретро автомобиль Corvette Stingray. Спортивный, мощный автомобиль. По тем временам бешеная скорость до 250 км в час. Движок очень мощный был. Машинка выпускалась всего лишь один год, потому что сзади была преграждена решетка, и автомобиль в салоне водитель не видел через заднее зеркало движения. На обгонку так кто-то шел. Поэтому модель переделали и сделали полностью. Заднее стекло целиковое убрали. Эту перегородку промеж двух. Вот. Маленьких ламп заднего остекления. Да. Этот автомобиль сделан в 64-м масштабе. Этот автомобиль сделан у нас в 36-м масштабе. Везде написано Hot Wheels 9 номер. Фары у него закрытого типа, когда надо. Значит, наступает ночь, фары открываются. Вот. Есть еще у него галогенки внизу. Под радиаторной решеткой тут рядом две галогенки. Вот так вот автомобиль выглядит с этого боку, так сзади, так с этого, вот так сверху. Низ хромированный, крепится на двух заклепках, компания Mattel. Салон тоже черный у него. Двигатель находится спереди, здесь находятся две решетки для охлаждения двигателя. Автомобиль делался из карбона. На заказ там еще как, не знаю. Ну, для облегченности, чтобы он гонял быстро. Стеклопластик. И покрывался толстым-толстым слоем лака. Я не знаю, как все автомобили, но когда выходили с конвейера Америки. Но он был крут. Chevrolet круто. Stingray крутой. Hot Wheels. Полосы спортивные. Все значки и декали присутствуют на месте. Проработка крутая. Все углы сделаны круто для такого масштаба. Как и для 64, как и для 30. Диски сделаны в черном окрасе, металл, пластик. Итак, девчонки и мальчишки, кому понравился ролик, подписывайтесь на канал, пишите, у кого есть коллекции такой Hot Wheels, крутой Hot Wheels, просто крутая модель, нет слов. Как его можно описать? Ведь это ретро-машина. Машине очень много лет. Итак, кому понравился ролик, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами, как мы с вами. Слушайтесь, мальчишки, девчонки, родители. Не болейте. Заходите на канал, пишите. Внизу под роликом. Ставьте лайки, будьте с нами, как мы с вами. Пока-пока, до следующего ролика, видео. Всем крепкого здоровья.